Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители карт колдовской Таро. Сегодня мы рассмотрим такой расклад, что он будет предпринимать, чтобы создать с вами семью. Итак, открываем карты, которые нам расскажут об этой ситуации. Он такой любознательный, молодой, активный человек, который не будет сидеть на месте. Он будет понимать, чтобы создать с вами семью, он должен зарабатывать много денег, да? Он будет этим заниматься, потому что он вас любит и хочет быть с вами. И когда он все-таки добьется того результата, что он заработает то количество денег, которое он считает нужным, да, он тут же будет действовать в вашу сторону. То есть он не сидит на месте, он уже понял, что к нему пришли чувства, он видит вас, того единственного человека, с которым он хочет прожить всю жизнь, и действовать он будет в любом случае. То есть не так, что он будет сидеть и мечтать. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватно, мы рассмотрим вашу ситуацию.